В этой серии... С моря прямо в снег. Какой обалденный дом просто. Прыжки в снег у меня там. Прыжки в снег. Ну, ты пойду. Болит так круто, креативный миллиард подсвечивает. Дорогие подписчики, отписывайтесь. До свидания. Рано утром мы уже ехали в Красную Поляну, и я понимал, что утро будет морозное. Да. Потому что горы и все, что я видел впереди, прям так и говорили. Ребята, там снег. Почему вы не одели подштанники? Почему вы не одели лыжные куртки? Но как только мы подъехали к заправке, и я вышел на улицу, понял, что нет. Я точно не надел подштанники. Было реально холодно, и я взял чай. Как красиво, конечно, снег. Вот тут только что было море, дождь, а тут бац. Снег. О-хо-хо, снег. Вот, конечно, магия, да? С моря прямо в снег. В общем, приехали мы, должны были записываться в студии как гости на подкасте, а в итоге приехали и все отменилось. Человек заболел. Но... Разве можно отчаиваться? Смотрите, какая погода классная. Снег. В общем, что? Но тут есть ребята, которые хотели попасть под наше внимание с Максимом Геннадьевичем. От нас получить разбор их карт талантов, которую... Я делаю для экспертов, поэтому сейчас он пострижется, Максим Геннадьевич. А я пока погуляю по снежку, буду наслаждаться зимой. Максим Геннадьевич, как будете стричься сегодня? Так. Достаточно подробно. Почему именно эта мастерская барбер вас привлекает? Дело не в мастерской, а в мастере. Это ваш мастер там стоит? Мой мастер Александр, он настоящий мастер. Да, ну посмотрим, как он вас причешет. Причешет еще как. Да. Стрижка под мартышку. Гляньте, что за дядя красивый. Дорогие подписчики, отписывайтесь. До свидания. Да, конечно, я его больше не буду снимать. Такое он привлекает, конечно. Я не могу так... Нет, я могу так красиво. Ты все можешь. Я все... Вау, вы видели? Я все могу. Здесь у меня дружище Дэн. Дэн, привет, если ты видишь это видео. Попросил доехать посмотреть. Да, это дом, представляешь? Мы как-то с Максом здесь были некоторое время назад. Такие, блин, прям в этом месте. Такие, блин, классное местечко, классный дом, смотрели. Тут что, как, чего. А тут бац, и мы возвращаемся. Сейчас, походу, мы какое-то интересное. Сейчас будет что-то интересное. Что-то будет. 58Б. Смена обстановки. Ох, интересно, это классный домик. Прям вообще как красиво. Вот, кстати, здесь фотка. Я ставлю, вот Макс здесь сфоткал. И вот этот домик. Мы пришли, сейчас будем смотреть. Смотрите, какой обалденный дом просто в поляне. Это вот собственно, мама моего друга. И вот, соответственно, они дом сдают. Сказали, Валит, что-то дом никто не хочет снимать. Потрясающе, гляньте. Территория топ. Здесь летом газон. Тут елка нарядная, дом деревянный, вообще супер, сейчас прямо внутрь, мангал, вообще тут сидеть, кайфовать, прям классное, офигенное место. Сейчас прямо вообще внутри, почему перестали снимать дом, сейчас будем выяснять, будем заниматься пиарчиком. Ну гляньте, какой дом, ну, потрясающий. Тут все будет подсветка. Вау, подсветка, говорят, тут все. А какой, сколько внутри метров? 130 квадратов. Ребят, если вы с семьей, если вы с компанией, господи, пожалуйста, приезжайте, это же офигенное место. Прям, ну, красотища.
такая дорожка. Одна лыжка же упала. Ну да, 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 да. Сама сегодня уже чуть не упала. Тут вот прыжки в снег у меня там. Прыжки в снег. Ну, сауна, ребята. Мы так сделали, у нас тут выход. Муж у меня сделал вот тут ступени, тут вот прям ага. снег вот тут будет. Слушайте, вообще потрясающе, это потрясно. Ребята, если вы не снимете этот дом, то сниму на Новый год его я. Как вы вообще... Вау, смотрите, как... Вы опоздаете. Ну, это... Лучшего предложения лучшего... нет. Это прям центр поляны, понимаете? Это центр поляны. Да как так вообще? Потрясающе. Как будто, знаешь, как будто нас кто-то перекрыл вот так. Мы сейчас откроем. Это то, что мы хотим снять дом. Да, потому что мы... Блин, до лета у меня приезжают, Москва по месяцу живут. Вау, смотрите, как красиво, какая мансарда. Здесь я так ищу, всё. Ну, очень уютно, очень тепло. Вау. Зеркало. Вид вообще потрясающий. Это прям центр поляны, ребят. Не, ну мы там будем заниматься... Эти две спальни, да. Вид очень хороший. О, слушайте, вообще, прям так уютно, как будто бы дома. Вот я реально, у меня ощущение, как будто бы я дома. Вау, двор, да, реально, кстати, реально ни у кого нет двора такого. Так и не было никогда проблем. Слушайте, вообще, мы прям были здесь, как это было? В начале, да, было, когда я тебя фоткал? С полгода. Мы стояли прям на той дороге, я говорю, блин, вот тут бы домик. Тут бы домик найти, и просто мы такие, Макс, мы прям уже здесь. Слушай, тут можно организовывать. Ну, так... Пришлите, да, мы сейчас переделаем все. На... Ага. Hello, привет. Потрясающее место. Да, не прощаемся, ну, на связи, не прощаемся. Да. Вообще, вот это, конечно, красотища. Красотища, такой дом. Представляете, никто не снимает, что происходит. Надо исправить, ребята. Все подписчики, кто хочет здесь по промокоду валит. Ребята, супер цена, супер скидка, реально. Просто, да, 7 соток, офигенный дом, 3 спальни, кухня, баня. Вы чё вообще, вы где? Прыжки, снег, прыгать. Снег. Купаться. Вот ангелы, он. Вот эти ангелы. И ты вот голый ангел возле бани. И они ангелы. И ангелы поют. Вот, подписчики, отписывайтесь. Вот что он имел в виду. В общем, вот он. Дядя на мусорке. До свидания. Ой, блин, ну это прям вообще, это идеально. Ребят, если Новый год... Вы не снимете, сниму его я. И буду вам посылать классные видео. Скажу, ребята. О, тоже классный дом. Мы приехали в место под названием Династия. Такой домик. Максим Геннадьевич. Бля, как выродился. Снежный предприниматель, бля. Спасибо. Красиво. Уютно так. Нил, наш сегодняшний стол, такие деревянные колечки. Кольца есть? Красота. Классное место. Около 2 часов мы работали с предпринимателями, у них были разные запросы. Кто-то не мог понять, как позиционировать свой личный бренд, кто-то не мог понять, как монетизировать свой личный бренд. Но в итоге все круто прошло, получили обратную связь. Еще инсайт, что... Можно им предлагать и реферальную программу, и предлагать им разные пакеты. В общем, предлагать. Я даже не думал, что можно так просто. Благодарю. Сейчас не выключайте камеру. Максим Валит, вам захотелось к Владимиру на квантовый скачок? Конечно. А поподробнее? Пока нет запроса. Да, я бы хотел бы... разбор талантов. И я такая, что происходит, что в моей голове? И открываю заметку, и у меня там написано так. Создать клуб миллиарды, купить резиночки для волос. Я такая думаю, ну это точно для меня. Ощущение, что ты в правильном месте, в правильном процессе, и реально, что вот мы только что за кадром говорили, что все будет не когда ты напряжешься, да, а когда ты расслабишься, вот, как это, опустоши свой ум, да, и тогда он наполнится чем-то новым. Рекомендую всем испытать на себе силу 2 лучей подсвечивающих, потому что
полная бумажка инсайтов. Вот. И реально вот это внутри ощущение, что да, все идет правильно. Для меня это хороший индикатор. И я дополню еще вопрос. Все, уже поздно. А я камеру не выключил. Болит так круто, креативный бильярд подсвечивает. Сочи на приносик, поляну на полянку. На постоянку, да, деформитация диск, там квантовый скачок. Ну, болит с Максимом. Это Максим. Короче, круто. Благодарим. Спасибо. Двухчасовая сессия, что скажешь? Было прекрасно, душевно, мило, ребята взяли много, кто-то уже применил, кто-то уже поднял 500 000. Когда она успела? Я вообще не понял, как так быстро получилось. Вообще, красавчики, это приятно. Да, короче, люди пришли, и с первой сессии уже у них там бац. Заговорился, говорит, с миллионером за 350 тысяч качнуть его. Молодец. Да, все чеки два раза подняла. В целом, если... Ну, в целом такое, да. Да, в целом, спасибо, династик. Классное место. Вот. Ну, офигенно время провели, кстати. Очень полезно. Едем обратно в Сочи. Сейчас я так щелкну, и этого снега не будет. В итоге Сочи облепил снег. Я не ожидал такого. Походу, я сглазил Сочи. Не надо было на поляну ехать. Шутка. В такой день я просто лежу и все. Завтра будет другой день. Вот такой влог получился. Всем пока.